Так, раз температурник и фонарик. Чё? Так, спугнуть при призраке при помощи благовония, пока он нас преследует, детектор МБ, и сфотографировать. Окей. Да, ну ладно, сфоткаем, значит. Ты не ломись в гараж. Я просто не вижу. Потому что я на это еду. Здравствуйте. Так, где я? Я здесь. Это карты. Тебе играть. Я что-то слышу. Нет, я слышала. Где? Где ты уронил? Что ты уронил? Что-то уронил. Здесь, на первом этаже. В коридоре опять? Три. Опять? Но пока еще, кстати, свет не включен, значит, он еще не это не прогрелся. Нет, пока еще рано там отрубить. Так, я в гараже, я вижу щиток, я его открываю. Так, я врубаю свет. Я пока скину это, я пойду за фотиком, сфоткаю карты. Давай. Угу. Очень замечательно, у нас есть нычка прямо в гараже. Шкафчики? Да. Я в подвал. Угу. Ну давай, удиви меня. А вот в шкафчике здесь уже нет. Так, тут дверь открыта. 8. А у тебя случаем нету отпечатка на этой двери? Нет, нет. О, прям черепулька. Ни хрена себе. Это надо забрать. Да. Так, я тут больше ничего не вижу. Видимо, я иду на второй этаж, и тебе мне послышалось, что он здесь. Слушай, ну прям здесь 6. Опа, он там открыл здесь? Дверь. Какую? Не знаю. Туалет ты открывала? Я не уверена. Он прям здесь где-то четко дверь открыл. Может, гараж? Нет. Опа, еще раз. Во, отпечаток. Скорее всего, он здесь ходит. Я ничего не вижу. Помоги, пожалуйста. Где-где-где? Ага. Так делать. И мне тут 4... где-то моя камера валя... Вот она моя камера. Ага. Так, ну надо за спиритбоксом идти. А проекцию вижу. Стоп! Проекция? Стоп! Фантом, банши, горю. Подожди, это горю, я думаю. Я увидела только что проекцию, но у меня камера падала, и, по-моему, я видела проекцию только в ней. Как он на тебя побежал? Ок. Да? Посмотрим. По-моему, это горю. А чё вы нам... Так подожди, он больше не даст больше 2 улик, правильно же? Да. А, ну так и все. Подожди, горё. Это только на камере посмотреть. И чё ещё? А, ну и все. Отпечатки. Отпечаток был. Да, отпечатки это. Ну стоп, это должно быть горё. Отпечатки были на двери вот этой, в гараж ведущий, прям чётко. Да. И обычные. Ну я просто быстро пальцы посчитала на всякий случай. А хотя бы, конечно. Так, ну хорошо, дальше что нам надо? Дальше нам нужно МП испугнуть благовонием. Таблетки кушать, нет? Кушай. Нет, не высажено. Пробегись, я же знаю, что это там. Так, надо МП взять. Я так не увижу. А, бля, прости, пожалуйста. А я по-любому ничего не вижу, потому что там находишься. Если ты горю, то она не пробежится, пока ты в комнате стоишь. Ты можешь встать рядом с ней. В комнате там, где туалет. Так, а я заодно отойду еще дальше вот сюда. Два. Она что-то кидает просто. Там, в этой комнате? Ну, вот за моей стеной. То есть, либо в гараже, либо вот здесь, на кухне. Mm-hmm.
Посмотри, пожалуйста, где сейчас низкая температура. Может, он переехал, потому что я не вижу проект вообще нигде теперь. Хотя я 100% уверен, что я ее видела до этого. МП орёт, значит... А что, вам температурник мне надо взять, да? Возможности, пожалуйста. Угу. Сейчас, секундочку, уже взяла. Отпечаток. Пять, она в гараже. Иди в гараж. Вот, встань здесь на кухне, где напротив двери в гараж. Она в гараже. 5 градусов там. Так ты переехала. Со шранка. Так. В гараже... А где? Ну вот, вот здесь вот встань, вот здесь и вот сюда. А, не, это не гараж, извини. Вот, в этой херне, где санузел. Мне просто, я подумала, там гараж, извини. Ничего. Дверь открыла. Блин, я вот только что видела на камеру, но я не уверена, что я видела ее в другом месте. Я бы, в принципе, доверилась тому, что ты видела. Давай так, пойди, пожалуйста, в этот, в фургон. Угу. И дай мне знать, когда ты видишь, что она пробегает. Так таблеточку скушай, а то она на меня... Это горю. Ты видела? Я опять не посмотрела в реал, но, по-моему, я бы каким взглядом ее не видела. По-моему, это она. Дверь трогает. Закрывает дверь передо мной. Так, слышь. Помехи? Нет, это не помехи, это хуйня... Простите меня за мой французский. Эта хрень за мной сдала этот красный вент. Но я его вырубила. Вот, смотришь? Да, смотрю. Как увидишь. Дверь закрывает, падла. Я видела ее просто. А, это ты была, наверное. Охота? Нет, это ивент, да? Говорю, короче, это говорю. Есть, видела. Видела, видела. Прям побежала. Прям побежала, правда. Я... Не на камеру, а от камеры. Я мертва немножко. А? Я мертва немножко. Да? Да. Это охота была. Это говорю. Ау. Бля. Это не входило в наш план. Все, можно уезжать. Я к тебе приду, подожди. Фотографировать я ее не хочу. Понимаю. Не, ну максимум в карты поиграть на смерть. А ты можешь поиграть в карты, кстати, да, если каких-то не хватает. Но тебя, да, тебя может убить, поэтому, говорю, по-любому выбирай. Вот, выбери все таблетки, которые здесь есть. Так, она же высадит, ну, так, все. Все, так. Так, подожди, и что мне, ничего мне не надо, все. Может быть, где-нибудь у нычки? Бля, а где? А я тебе скажу, где ты можешь это сделать, пока не входи. Да я посмотрю. Сейчас, подожди, я возьму, наверное, себе фонарик, что ли, еще один. Ничего не вижу, бля. К сожалению, нычки-то мы с тобой не рассматривали. В гараже, ты сказала, одна. А, в гараже, да, в гараже есть нычка. Да, все, тогда иди в гараж. А гараж где? А гараж вот тут, да? Да, заходи. Закрывай дверь, включай свет. Подожди, надо же, блядь, карты взять. Да, вот так. Где? Где, где ящик-то? Я не вижу, я, блядь, помню. А, погоди, свет включи назад, пройди немножечко. Да, вот сюда, вот ко входу. Ко входу в комнату. Вот, да, и справа будет выключатель. Включи его. Куда? Ты где ты? Я за дверью, я не понимаю. Просто я в темноте, просто мне это не видно ни хрена. Смотри, справа от двери. Справа от двери, да, вот. Правее, вот, да, вот включатель. Справа, это лево. Вот, справа от двери есть выключатель. Включай. Закрывай дверь.
Вот. И теперь любой шкафчик выбирай, готовься закрыться в нем и просто гадай. Так. Да. Зеленый. Рассудок поставили. Угу. Death. Это... Прячься. Фонарь будет вырубить. У меня нету света. Блядь, я карты выкинула. Ну привет, падла. Убила меня, значит, да? Она потом пошла. Хорошо. Я максимально ее не вижу. Блин, я карты Она меня выкинула. откатила. Я карту случайно выкинула. Надеюсь, не из-за текстуры. Она на второй этаж уходила. Отлично. Он. И он застрял. Прекрасно. Это дяденька мясник. Родной мой, ты позоришься. Прекрати, иди вот, иди в одну точку. Главное, чтобы он закончил эту охоту. Закончил. Все, можно открывать. Так. Положай. Где мои карты? Вот они. The Moon, дурак. The Sun. Отлично. Hangman. Это? Меня убило. А! О, слушай, грация. Это редкая карта, очень ее прям не найдешь, не зря выбрать. О, боже, класс. Привет. Привет. Я все это время была с тобой. Вот это класс. Призрака мы все еще разгадали. Это горе, да. Тебе повезло, придурок. Ой, да. Ну, зато у меня теперь в коллекции появилась новая карта. Отлично. Осталось только Пристесса. Да-да-да. Или у тебя она уже есть? Нет, нету. По-моему, только осталось. Нету. Ну вот ее и Хэнгмена, их намного тяжелее, чем любую другую карту вытащить. Они редкие очень.